Это что за штука? Оберег? Нет. Это знак Христа. Его каждый христианин носит. Дух укрепляет и от болезней хранит. А, ишьте. Меня крестили. Еще мальчишка. Так хромота и прошла. Почти прошла. А за что это тебе твой Бог так помогает? А он всем помогает. Бог всех любит. Вот как? Князь, смотри-ка. Листок. В нем и прожилки, и красота, и изъяны всякие. И каждый лист на другой не похож. Я что-то не пойму, Чирилла, о чем ты. Ты. Вот голова. Грибы, опять же. Этот белый. А вот этот с пятнышками. Все разные. Так и человек. Каждый из себя разный. Зачем же его силой выправлять? Вот о чем. Ну что ж, можно силой и не выправлять. Только человек тогда зверем станет. Это богам решать, кто кем станет. Силой он учить вздумал. Ишь, пришел. Сейчас он всем добро явит. Одно на всех. А у богов все листочки разные. Вот ты разных и люби, если добра им хочешь. Да ты, старик, словно Святое Писание читал. Что за Писание? Про Бога твоего греческого? Болит рука-то. На, попей. А ты бы рассказал мне про Бога-то своего.